В своих предыдущих постах я рассказывал о том, как я согласовывал антенну Longwire с кабелем 50 Ом. Поскольку у меня нельзя натянуть никаких антенн, кроме Longwire, поэтому я вынужден вот заниматься специальными согласующими устройствами. Вот это трансформатор, который согласовывает кабель 50 Ом с антенной, где входное сопротивление 450 Ом. Она выполнена на ферритовом стержне, тоже я делал различные эксперименты на моих постах, там раньше это указано все, в том числе вот этот данный стержень с 8 витками провода в качестве трансформатора. Это запорный фильтр, мной применен из кабеля RJ58, значит, по 3 витка сделано, противофазно включено. Сюда будет подсоединяться кабель питания. Вот. Это все устройство, оно будет укладываться в такую коробочку. Вот специальная такая коробочка. Сейчас вам положу специально, чтобы вы увидели. Вот. Такую коробочку будет укладываться. Коробочка пластмассовая, но она покрашена специально мной, чтобы от воздействия ультрафиолета. Закрывается крышечкой. Крышечка вот так закрывается. Довольно герметично. Вот. Все. С другой стороны, вот у меня сделано отверстие. Значит, отверстие сюда будет вводиться разъем кабеля, будет внутри коробочки, чтобы не затекало влаги. И два выхода. Один для стока воды, другой выход для подсоединения к антенне Longwire. Значит, это все будет крепиться вот на такую досточку. Досточка вот такая. Досточка покрашена тоже мной. Вот, вот так будет она крепится. Вот. А здесь специально сделаны отверстия металлическими хомутами, будет крепиться к арматуре ограждения балкона. Вот. Вот таким образом, это все несложная довольно конструкция. Любой может любитель изготовить ее и работать нормально, без помех, без всего. Потому что сами понимаете, что антенна Longwire — это довольно такая шумная антенна, и она дает много помех. Вот новое устройство для антенны Longwire согласующее. Полностью собрано, все подключено, все припаяно. Теперь мне осталось только затащить на крышу, снять старое и установить новое. Вот теперь я его соберу и затащу на крышу, и там уже поставлю. А вот согласующее устройство установлено на крыше, закреплено, подсоединено. Сейчас попробуем, как все это дело работает. Ну, в принципе, должно работать, потому что я уже пробовал его дома в холостую. Вроде все нормально показывало. Так что я думаю, что все будет хорошо. Самое главное, что все стоит на месте. Вот, вместе входа согласующее устройство. Я тут еще несколько бочоночков приделал. Одел прям на кабель бочоночки. Заизолировал их. Думаю, хуже не будет. Хотя это может лишнее, но я думаю, что не будет хуже. Так что все стоит, все работать будет, все нормально. Так что все окей.